это отпугиватель для голубей, которые вот сейчас бегают по моей крыше и стучат там своими лапами с самого утра. Как я уже написала в начале видео, я очень люблю птиц, но в этом случае здесь уже приходится что-то делать. Вообще это считается голубь, конечно, птица мира, очень хорошая птица, но в некоторых случаях, особенно сейчас, считается опасным, что они переносят разные вирусы, в общем, опасны для человека, поэтому конечно же, лучше, чтобы они не садились на ваши балконы. И я много искала в интернете разных способов отпугивания птиц. И нашла, значит, самые такие способы. Это фольга. В общем, нарезаете кусочки фольги, типа размещаете в разных концах балкона. И она шуршит, и птица не любит звука шуршания, что я и сделала. Они не любят птички, вот эти вот голуби не любят сильно резких звуков, сильных, громких. Я поэтому могла иногда постучать по балкону, типа вот так вот. Но я же не буду ходить стукать каждый день, каждое утро, вот так вот издавать такие звуки, когда у меня соседи рядом живут. А также, например, сильно громко кричать, они не любят криков. И я тоже не буду как бешеная орать на весь дом и пугать этих птиц, потому что ну так некрасиво. И я читала еще о CD-дисках старых, которые можно вешать на балконе в разных местах. Они издают типа блики, очень отпугивают этих голубей. Ну и что я в конечном итоге сделала, вы уже видели в начале видео. Я просто смастерила такую штуку из CD-дисков и фольги. Вот своими руками связала их. В общем, так как эта штука недолго проработала, всего 2 дня. В общем, я ее привязала на нитку и буду закидывать вот туда, на крышу. Привязала за тем, что если она слетит вдруг от ветра, то я ее могу назад, то есть назад забрать, то есть далеко она не денется. Хоть и пишется кругом в интернете, что фольга и вот эти все диски очень помогают хорошо отпугивать голубей, но это было всего 1-2 дня, потом
В общем, сейчас я ее закину туда, посмотрю, что дальше будет. Все, я ее закинула, конечно. Не знаю, что из этого дальше получится. Будем проверять. Посмотрим через дня 2-3, что он нам покажет. Сейчас она у меня немножко ветер и начала. Я ее немножко туда подвину. Вот. Зачем я ее привязала, я уже объясняла. Это если ветер сильно его, ну как, ветер его сдует, оно упадет сюда, далеко не улетит, оно будет привязано. Я его смогу снова закинуть наверх. И зимой, к зиме, конечно же, там будет все засыпаться снегом, можно будет его тоже снять и убрать на следующее лето. Дала еще информацию о том, что можно использовать чучело вороны. Они сильно боятся черного ворона, и вот именно надо чучело такое, чтобы оно было более-менее похоже на настоящего, размеры были настоящего. Но я так подумала, куда его сюда посадить, на крышу, что ли? Или на крепление для сушки белья. Если я его посажу, все равно до крыши еще высоко, и поэтому они будут там. Они мне тут не садятся, редко когда садятся, а наверху они бегают постоянно. Поэтому, и так как ворон затратное такое, это надо купить его, надо 200-250 гривен потратить, поэтому я решила вот именно вот таким вот способом бороться, и мне это помогло. Может, конечно, кому-то будет смешное мое изобретение, но в итоге мне оно помогло. Я сейчас вот при солнце, особенно при ветре, там идет шуршание, там идут блики, вот это все, и очень отлично помогает. Не стало меньше прилетать, и очень-очень редко кто-то у меня тут бегает по крыше. Так что, возможно, кому-то это будет полезно. Подписывайтесь на мое видео. Я очень буду рада, если кому-то помогла своим советом. Может быть, даже и очень смешным, но мне понравилось. Очень даже неплохо, незатратно и дешево. В общем, то, что надо. Всем пока и до новых встреч на моем канале.